цветочки. Красный какой, красивый цвет. Видео наблюдение. Она тебе порвет. Порвет тебя. Физкульт, привет всем. Что там вкусненько готовите? Да пельмени остатки. Да? Это с этого? Прошлогоднешняя. Да? Так, Ася, не метить. Понятно? Это, маме на посуду отдай. А вон она чистая лежит. Здорово, Андрюха. Здравия желаем. Во сколько сегодня снялись? Сиди. Во сколько снялись сегодня? Где? Ну, с рыбалки. А мы вообще не выезжали. О, молодцы. Да. А мы же хотим выезжать, когда у нас правок нету. Что, завтра что, едете? Да. С кем? С Костей. Костя завтра едет? Да. Он сказал? Да только что с ним разговаривал. Да? Ну, пораньше вы едете. Что такое, моя мордочка? А вы что? А куда вы едете? В Огородск. За справкой. И Колина справка тоже, да? Где такое? Колина тебе? Его справка. Забрать. Что такое, мордочка такое? Это твой урожай. Да. Это все, что у тебя есть, вот этот урожай? Ой, да, вон я там скидывали. 3, 5, 2, 1, кто, да? Кто-то 20 поймал. Ага. Ну, тарелки мамины. Вот эти? Да, мама ведь почувствовала, что тарелок не хватает. Когда Коля вчера, Костя приезжал, я забыла, если им отправить. Там херня. Вот эту полочка нормально моя, да? Где-то по WhatsApp. Не глубокая. Не глубокой в смысле? А, это, да, вот эти вы. Маленькие. А, маленькие, да. А так ничего. Ничего, да? Еще вот для этого, да? Ну, удобнее так. Андрей, не хочешь такую полочку? Нет. Помыл, не надо, а то убирать. И что вы? Да. А? Одну штучку? Палочки. Ага. Кто ест с палочек? Я не знаю. Катер. С палочек. А его почему-то сиди, Арчи. К нашему берегу. А нас вроде бы за ним кидаются. А нас это туда. Иначе вы перетянулись. Ну, как-то, да. А туда там уже это тык-тык-тык-тык нас это. И плыли. Вот. В конце концов, Женьки. Что там на дальнем огороде? Как картошка? Оттянулся. Не знаю, Андрей. Андрей, что там на дальнем тебя спрашивает картошка? А, у меня хернова. А я же это, мою стучку. Вот сельсовичи говорит. Не будем, он говорит, сейчас окучивать. Говорит, пускай трава, она говорит, влагу держит. Засуха туда-сюда. И вы не окучивали? Ну, я про. Подержал какой-то момент, а вы все окучили в этот. Ну и дед вообще в один день. Где-то начал окучивать? Дед вперед, а потом мы. Ну, может, вы из-за этого, короче. У нас там ботва стоит хоть еще? Или уже все? Да так все в траве, ну да. У деда ботва и это. Здесь вот я посмотрел, как калитка. Ну, а никак не заходит вообще. Я вообще чей-чей влазил. А что меня слушал? Ты же сам все делаешь. Меня еще спрашивают, сам же картошкой занимается, и меня спрашиваешь. Кучу всегда надо. Я такой советчик сейчас.
Ну я так посмотрел, то там много. Так, не бегай. Не сюда. Вон, видишь, живодер гавкает. Живодер. Кисуля. Кис-кис-кис. Кисуля. А вы что, картошку копали или это? Вы просто ботву повылазили? Уже пол огорода выкопали. Это половину выкопали. И с этой стороны пять только рядов Костя прошел. Да? И эту сторону уже начал. А копать. Мы ботву убрали. Потому что дожди будут, она, во-первых, эта трава держать не будет. И вот вода будет вся уходить. Че, ты тоже так будешь делать, Андрей? Да, я завтра принял участок. Я завтра его сегодня начал. Да? Ну вот видишь, они, ага, огородом занимались, да? О, сколько травы у них накопали. Травы. Сегодня траву убрала. Дорожки почистила. А потом куда эту траву? А он туда утащил вот. Да? Ящик. Сколько выкопал с этого огорода, вот этого? Ой, откуда знаю, он у нас вон там, в кладовке. Так же, как в прошлом году? В этом году побольше. Побольше. В этом году мало урожая. Мало? Да? Плохой в том году был. Понятно. Полетели. Чего? Все забрал? Все. Да, все полетели. Ладно, крылья, ну, вот видите, крылья вот. Сейчас расправим, полетим. Так в принципе у нас как бы в этом году неплохая картошка. А? Я... У меня вообще в начале дома хорошая, а? Конец хреновая. В начале хорошая. Ну, вот я тебе вот сюда 5 грядок выкопал. А там вот эта желтая, она и в прошлый год у меня не уйдет. Хотя я что-то сделал. И в этом вообще. Может там этот сорт не идет. Я вот считаю вот 5 грядок. Короче, с грядки 2 ведра у меня получается. Все приготовили. Все готово. 5 грядок, 10 ведер. Из них, короче, из 10 ведер одно ведро мелкое только было. Остальное все. Сколько мелкие? Одно ведро. Одно ведро? Ну что, вообще не взял воды? Вообще еще не раз. Порядочно, нормально. Ну что, раз ее не класть, нету, что? Ну. Мы с дедом заплыли на задёсе, на беседочку. Ушатали. Вот. За дед 3 маха долбанул. Ну, 2? Вот. 2, конечно. 2 маха. Вот. И сели, короче. Вот эту, что отжало, ну, кости с Витей прошлогоднешнюю. Вот. Ну, ладно. Вот. Хорошо там запасных. Вот, и мы аккуратно плавали, и они пацаны аккуратно плавают. А сейчас тем более, смотри, завтра проходной, угу. А там со вторника, короче, до четверга, по четверг включить, короче. Как вода прибыла. А? Ужас. Ужас, ужас, ужас.
я беру. Арчи, хочешь понюхать? Арчи, смотри. На, понюхай, что это? Что это? Что это? Чё? А? Всё, пошли. Бегом.